Бороться! Знаменная группа! Отряд мобильный особого назначения прямо! Остальные напряг! Вот! На одного линейного дистанция! Шагом! Марш! Парад продолжают сотрудники управления неведомственной охраной МВД России по Ярославской области. Неведомственная охрана – самая надежная защита вашего имущества. По городу Ярославлю. За 5 лет его существования МВД России по городу Ярославлю областного центра. Парад продолжает колонна отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции и МВД России по городу Ярославлю. На улицах нашего города. Перед вами идет отдельный батальон дорожно-патрульной службы со специальной инспекцией безопасности дорожного движения МВД России. Сотрудники батальона круглосуточно обеспечивают безопасность движения в городе Ярославле. Ищите бронированные автомобили «Урал». Под защитой этого автомобиля сотрудники полиции могут выполнить самые сложные боевые задачи. Перед вами специальные полицейские бронированные автомобили «Тигр». Эти бронемашины обеспечивают надежную защиту сотрудников в боевых условиях. Органы внутренних дел идут в ногу со временем. На площади передвижная криминалистическая лаборатория «Спектр» на базе «ФИАР» предназначена для работы экспертов-криминалистов на месте преступления, квалифицированного осмотра, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов и вещественных доказательств. На Советской площади города Ярославля 4 автомобиля марки «Соболь». Машины носят имена героев России, сотрудников Ярославского ОМОН. Александра Селезнева, Игоря Серова и Сергея Сивкина. Отдавшие жизнь при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе. И героя Советского Союза Леонида Сергеева, участкового уполномоченного милиции, получившего высокое звание героя за форсирование Днепра в 1943 году. За ними следуют патрульные автомашины «Тойота», «БМВ» и «Форд». Современные автомобили позволяют сотрудникам ГИБДД выполнять свои задачи, догнать нарушителя правил дорожного движения. Выведите автомобили групп задержания в неведомственной охраны. Под охраной полиции в нашей области находятся 1000 объектов, среди которых объекты особой важности. Перед вами автомобили патрульно-постовой службы полиции. С помощью этих автомобилей полицейские ППС обеспечивают правопорядок и общественную безопасность на улицах Ярославля и других городов области. Ярославская полиция честью продолжает славные традиции. Жители области могут быть уверены в своей безопасности. Это акция памяти. В одном ряду с ярославскими полицейскими идут ветераны, юные друзья полиции, а также родные и близкие сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. На портретах сотрудники органов внутренних дел, отдавшие жизнь при исполнении служебного долга. Это бойцы спецподразделений, сотрудники уголовного розыска, неведомственной охраны, патрульно-постовой службы и ПДД. Они остались верны присяге и долгу, погибли, защищая мирную жизнь людей.